следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по итогам проверки сообщения, размещенного в средствах массовой информации о совершении противоправных действий в отношении осужденного, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А, части 2, статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за совершение насильственных действий сексуального характера группы лиц по предварительному сговору. По сообщениям, размещенным в средствах массовой информации, несколько мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, применяя насилие, совершили действия сексуального характера в отношении осужденного, содержащегося в исправительном учреждении. Расследование уголовного дела осуществляется следственной группой, в которую вошли следователи и криминалист регионального СК. В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Контроль за расследованием уголовного дела осуществляет исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Олег Мезрин. Кроме того, по новым фактам о совершении противоправных действий в отношении осужденных, размещенных сегодня в средствах массовой информации, следственным органам организована проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области Надежда Волошина.